У меня снежинки на бровях. Здесь будет полезное электричество. Thank you.
отыскали не дряж. Каталла ждет меня где-то здесь. Но сперва лучше осмотрюсь. Как тебе это удалось? Удачный выстрел сбил ему пушку. Подняла ее, когда он... Эй, страница. Хочешь поторговать? Я знаю не больше твоего. Можешь представить, каково... Неужели ты защитник из Востока? Тогда мне есть что тебе рассказать. Нападут твои враги. Осторожно. Пусть твое имя навсегда останется в роте. То, что ты сделала для моего народа, известно каждому в землях клана. И я хотела бы предложить стать твоими глазами и ушами. Ведь здесь не происходит ничего, о чем я бы не знала. И, собственно говоря, если собираешься на западное побережье, лучше подготовь свой лук. Там полно машин. Скорее всего, из-за расположенного поблизости. Спасибо за совет. Хотел. В его ядре я смогу найти способы перехвата новых машин. Может, стоит рискнуть? Как насчет стычки? Посмотрим, что у тебя за фигуры. Посмотрим, чего ты стоишь. Так, теперь я. Давай, ходи. Мой ход. Одна есть? Убирайся с доски. Эту фигуру убираем. Броня меня спасла. Что бы такое выбрать? Ты хорошо играла, но победа в этот раз досталась мне. Пусть победит лучший. Как бы пойти? Твой ход.
Кажется, эту фигуру пора убрать. С этой машиной покончено. Так, теперь я. Твой ход. Мой ход. Одна есть. Эту фигуру убираем. Как бы пойти? Убирайся с доски. Ты куда-то спешишь? Ну ладно. Фигуры расставлены. Чтобы такое выбрать. Ходи. Это как-то неожиданно. Мой ход. Кажется, эту фигуру пора убрать. Чтобы такое выбрать. Давай. С этой машиной покончено. С этой машиной покончено. Давай. Эту фигуру убираем. Не ожидал.
Я объявляю о своей победе. Хорошо сыграли. Возвращайся поскорее. Да направят тебя десятые. Если кто-то думает, что сможет обыграть меня... Это Катала. На что он смотрит? Убийство наездника. Долину наводнили мятежники Регала. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. На одних ездят, других пасут, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждет очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к Валу, чтобы ты поговорила с Текоте. Был бы от этого толк. Не спеши. Мне нужно знать кое-что еще. Что это за место? Скальный кряж был военным форпостом во время войн кланов. Его цель — охрана входа в долину и наблюдение за происходящим внизу. Сейчас из него наблюдают за войсками Регалы. Жаль, у нас не хватает солдат, чтобы не просто наблюдать. Был бы еще от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Текоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Только поэтому я и стою тут сейчас и говорю с тобой. Ты был на посольстве. Был. Сожалею о судьбе других шерифов. Все они будут отмщены. Ты еще не вылечился. Я не вылечусь. Но это не помешает мне разбить черепа врагов. Я рада, что я тебе не враг. Как думаешь, зачем воины Регалы сгоняют машины в долину? Подобные сообщения мы получали отовсюду. Мятежники пригоняют машины из диких земель. Но, судя по всему, долго управлять ими не могут. Пасут их в лагерях. Там они делают с ними что-то. И добиваются постоянного контроля. Я была в их лагерях. Ты прав. У них оборудование, продлевающее перехват управления. Да помогут нам десятые. Но это не все. Ходят слухи, мятежники выискивают крупные машины. Не знаю, какие. Надеюсь, они не научатся управлять и ими. Почему ты уверен, что Текоте не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только свое шипение. Да брось, это все, что ты скажешь. Хикаро говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи все, что знаешь. Текоте хитер, мелочен и мстителен. Хвати у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись за валом. Тянет время и ждет, что его враги ослабят друг друга. Этого достаточно? Пока да. А почему вал такой несокрушимый? Он сложен из огромных камней и неуязвим для прямой атаки.
Ни воины, ни машины не могли его пробить. Только я смогу провести тебя за него. Когда мы закончим разговоры. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы без сомнения еще не раз встретим воинов Регалы по пути. Придется пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Давай не будем тянуть. Я знаю, что ты задумала. За мной. Вечно куда-то спешишь, да? Как бы ты убедил Текота отправить претендентов? Никак. И все же? Тенакт уважают сильных воинов и надежные клинки. Кто не сражается, бесполезен. Ну, мы с тобой бывалые бойцы. Правда, не хотелось бы это доказывать. Значит, вся эта долина принадлежит небесникам? Да. Клан защищал ее много поколений. От кого? От других кланов. Энак. И даже от Карха. Давным-давно. Нужен урок истории? Поговори с духовниками. Когда ты ушел из рощи, как ты узнал, что я соглашусь помочь? Там мятежники. Ковыряются в какой-то машине. Нападем или обойдем стороной? Выбирай. Торопись! Нам надо догнать остальных. Торопись! Нам надо сделать остальных! Научите их уважению! Броня ослабла! Если Банук не замерзает, я тоже выдержу. Thank you.
Надо будет отнести к красильщику. Приветствуем тебя в угодьях, защитница. Просто Элой. Ладно. Здесь тренировались многие поколения небесников. Уверена, тебе здесь не будет слишком просто. Спустись по веревкам, чтобы попасть в угодье, и мы начнем. Mm-hmm.